90 лет району – это достаточно серьезная и знаковая дата. Если мы говорим о столетии образования ТАССР, Татарской автономной советской социалистической республики, то через 10 лет после установления этой даты образования республики появляется Бавлинский район. Это один район из старожилов, он на границе с братским Башкортостаном, и на него еще ответственности больше, потому что тут ворота, значит, связи с нашими двумя республиками, Татарстаном и Башкортостаном. И об этой жизни, о людях труда больше конкретно пишет, конечно, не республиканская власть, не федеральная газета, а местная газета. Вот эта вот «Слава труду» с очень хорошим названием, я думаю, больше подписчиков, интересных статей о жизни вашего города и района, она будет стимулировать бавлинцев к новым успехам. Удачи, успехов вам! Я хочу пожелать коллективу всему, журналистам, корректорам, всем, кто на сегодняшний день занимается, будем говорить, хорошим и важным, очень нужным делом, здоровья в первую очередь, вот, хороших репортажей, ну и чтобы была, еще раз говорю, было о чем писать, о ком писать и, самое главное, для кого писать. Уважаемый коллектив, редакции «Ветераны», редакция газеты «Слава труду». От всей души хочется поздравить вас с прекрасным, замечательным юбилеем. 90 лет – это большой срок. Читая вашу газету, можно последить весь путь развития нашего района. Все замечательные люди, замечательные события не прошли мимо вашей газеты. Особые слова хочется выразить ветеранам редакции за тот вклад в развитие этой газеты. Ну и, конечно же, хочется пожелать коллективу редакции новых успехов, творческих успехов, чтобы ваша газета была всегда читаема, всегда узнаваема и всегда востребована. А я думаю, что вы в ваших это силах сделаете. С удовольствием хочу вас поздравить с 90-летием и желаю, чтобы вы нашли, всегда находили своего читателя. Газиз баласын юрек пересын юмшак куларында тибретип, түн йокламый бишек жырлары күйләгән, бар күңел назын, бар жылылыгын балаларына бүлеп бирген әни. Бары тик әни булганда гына терек таяныч тоеп яшисең. Бүгенге тапшыруыбыз герое баулы халкына яхшы таныш Марат Ильясовның әнисе Гайша ханым. Ыршык кадәрле генә кечкенә буйлы Гайша апайңнәренә гади кеше күтәрә алмаслык авырлыклар төшкән. Балалары хакына түзем, үмит кояшын сөндірм яшәүче ана ол. Гайша апаның балалық еллары Ютазы районы шик бүләк тош кишу ауылларында уза. Тормыш иптәше мөдәрис белән бер ауылдан булалар. Гайлә құрып бергә яшәү мизгелләренең рәхәтен узакта торырга туры килми. Мөдәрис абый 35 яшендә фажигале рәвештә һәләк була. Мин 3 бала белән, 3,5 әҗәт белән түбәсе ябылган өй белән калдым.
Туғаннарым бек әйбет. Туғаннарым бір қашанда ташламадылар. Шулар арқасында мен қазір үкінде де оларың таянышын тұйып ешім. Олар бірге-бірге болғандағына ауырлықлар да, шатлықлар да, барсы да, женіл ұза ауырлықлар келгенде де, ерішмеске, сынмасқа, сығылмасқа үйрете бізіне. Ердем ете. Нешек жин сызғанып тұрмыш көтерге тұтынғанын өзігіне біле Ғайша апа. Сынаулар Ғайша апа үшін мұның біләңгіне бітмей, оны үшін 2006 ел ең ауыр елларының бірсі бола. 6 ел менім үшін бек ауыр ел болды. Шулай оқ, бірінші 18 январда қызым пажарға ілікті. Бір ажок білен, 40 градусы салқын үйіп, шушындай қазіргідей қатірімді ұзбайын дейтті. Әне, қойғырма, жылама, мен әзірек кіне піштім дейт. Ол нәрсеге пішті сұл? Олар 7 кіші, 7 кіші, 3 бөлбәлі квартирда 7 кіші пажарға әліктілер. Пажар болды квартирларында. Ең зор Ең зор қыздама әліккендер деп өлемшім ке, оның 11 ажок. 11 ажок. Операция сарға тұры келді. Ерсатқа кожа. Ойдан аты қызым не соқлап еттім. Бұл қайда енді оқиын кеші? Қозанда химик технологиясы университетте оқиды деген. Балалар звонокқа, береке балалар звонокқа шырпы тыққанлар. Ешімден замыққанын кетіп, түніне пажар шығып. Хазейкан үш баласы, біздің балалар үш бала, екі баулы қызы, менің қыз. Итала үш, 9-10 кіші болғандар, екен аялыш айтам жейді деп. Үш қызларының, үш ептешкілері келген болған. Хазейка біз үш күннен соң өлді, 93 францет пішкені ел. Өзі, пажарыны өзі сөндіріп, балаларына құтқарып қалды. Қызы Гүлназ бәхетсізлікке ұшырап 9 ай ұзғаннан соң ел қалекетіне ұлы Марат ілеге. Маратының ұл вақытта шеттен тұрып, Мәскеу Дәулет университетінде Тау нефт факультетінде 4-ші курста оқыған, һәм нефтші болып ішіліп жүрген шағы бола. Шұл ақиғадан соң шұл оқиылыны, ол женше октябр күні, 14 ел болды бұйыл. Маратының аварияға іліккеніне. Шул күнні неше кетіп қатырлесіз сіз? Қошан хабар еттілер сізге? Ептеші звонит етті. Мен үйде енерджі ұпыма тұшадайым. Ертен олар ептеші білен Уфаға документ үлтіге шығып кеттілер. Менім нешіктір көңілім тұйған үйе түште көрдім. Но нешіктір елына елға шығар алдынан тоғыз шығарасым келмеді. Қоя барасың, неге барасың деп. Ол мен әйтмеші, елға шығып кеттілді. Мен қайырлы ел тіліп қалдым. Нәрсе көрдіңіз түшігізді, Ғайша апа? Түште, нашар түш. Оны, яңадан соңына оңладым. Түшімнің неге шындай түш кіргенім. Қызым пажарға әлеккеш оңнап жетмеген емді, Марат ұлым әлеккешсін. Шул түш, қобан, есіме түшті. Мараттың әбарияға әлеккен іптеші алмаз әбар етті, ұзбайын тетті. Ойшапа, шуңдай қал. Марат әзірек кіне әбарияға әлеккен алған олар Языква деген, Башкирин Языква деген районный центрда, больницада яталар деп. Мен шында оқ. Начальник қазбайын деп, әйбілерімі жия башладым.
Ул вакытта кайда эшлидиңиз ошо? Мен садикта эшлидим ул вакытта. Садикта начальникка звонит деп, ушундай-ушундай кал. Гүлнаровскайдан мен китем деп, мен Маратьянына барам. Кашан кайтасың билмейм. Эра кошапа кайганма. Биз мында кызлар билен эшлебиз деп, ул мени тынычландырырга тырышты. Языкларга иптешинин обысы жолго алып чыкты. Хостеханада харакетсиз жаткан улун көрүп, Айша апанын жүрөгү сыкрый. Маратнын умуртка багынасынын муйун бөлүгүнүн арка мийи жаракатланган болуп чыга. Бул баланы ничек да аякка бастырырга керек деген ойлор башынан кетмей анын. Реанимацияда жатады дейт ул вакытта Марат. Мен де Аллага шүкүр бир жерде сынбаган деп сүйүнөм өзүмчө. Муйунна сынганына оңлоп жетмейм. Анын көзү ашык да, аузу ашык. Сүйлөшө эле. Сүйлөшө эле, ну, баш. Баш ничектер жолугушасыман. Мен де сүйүнүп койдум эле, яры кулусуман, аягы сынмаган дейм. Мен де калам дейм. Мени жок апа, реанимацияда калырга ярамай. Сиз де кайтып кетегиз. Ирек болсо чакырабыз дейлер бүгүндө. Врачтар. Мага ошол күнү кайтып кетерге туура келди алар менен. Экинчи күнү бул пятница күнү, суббота күнү, воскресенье мага кире звонит дейлер. Пакелегиз деп сокторго. Мен киреден жолго чыктым, эй бирлерим азырлап. Языкова'да врачларына рахмет. Олар һәр көнне главврачка кадәр түнге түнне дә 2-3 тапкыр килеп керәдер, хәлен беләдер. Маратның даже бармакта селкенмәде. Мин инде аның янында утырам, түннәләрен системасында ята, көнтен системасында ята, системаны бетсе опа не йокламыйсың деле санитаркалар. Йоклап китерге куркам мен деп отурга. Неге дейлер? Мен системаны койгач деп система токтоса, ава кирер деп. Куркам мен деп. Йок апа куркма. Си хазыр андай ава кире турган жок бит ят дейлер. Марат эни мени жиберме колумда. Мама мени яннан китмеди. Меним яннан китме. Опять киттің енді яннан деп өзіне шақырайын де. Екінші күндерін температурасы көтерілді. 40. Отек головы. Системалар күн-түн системасында. Бұл күндері бір қашанды. Өлтүрлүктү билем. Отек головы биткечтен отек легких башланды. Иптештери алып келдилер нейрохирургуна. Уфадан вертолет менен алып кетебиз деп. Ну, жолуна ителмес жолда өлөр дейдилер. Врачтар. Вроде бізге 18 күн ятырға тұр келді. Языкова. Мен ең зор рахметімді шул санитаркаларға, врачларға айтасым келе. Олар бір минутта Маратын ташламадылар. Иптешлері ташламады. Туғанлар ташламады. 18 күннен соң Венера айтты. Ойшаппады, бұлай отып болмайды. Ачок легкий китті де, Уфаға күшерек болмаса де. Мен де бір кімге де етмедім, бір кім білен де сөйлешмедім туғанлар білен, Маратқа да етмедім. Расписка жазуға керек, расписканы жазып. Өзі мен де, Алла берсе, Маратым ұлым есен сау қала, есен болашақ, ол аяққа басашақ деп
бір қашанда үмітімді жоғалтпадым. Температура болғаштын, операцияны... Кешіктірділер. Кешіктірділер, әйе. Операция почти 2 ай дегендегіне, ой, 2 ай бола дегендегіне операция жасадылар. Марат бір елінің 10 ойын Уфа Қозан хастаханаларында оздыра. Олға таба Маратқа дойми тренировкалар, бек жетті реабилитация ұзарға тұры келе. Ғайша Павлян Марат Германияға қадар барып жетелер. Олма ғашынан ерак кетмеделер бет. Марат та әнесі кібік күшілі рухлы тұрыш кіші. Бары тек өз тұрышлығы әм әнесі Ғайша апа үміті білен Марат ояққа баса. Бүнгі күнде ол өз ояғында үрей. Қазір енді Марат өзі ояққағына басып қалмай, өзі кібік мүмкінліклері шеклі кішілерге ердәм ету тілегі білен спорт реабилитация өзәген аша. Білді әр тренажер Маратының өзі ойлап тапқандары. Шонысында етерге керек Марат авариядан соң үш жоғары оқу йортын бітіре. Она білен ол оңышларға екеуләші берешелер. Бүгінгі күнде Ғайша апа балаларының есен сау болуына, олың Маратының оңышларына шексіз сүйініп яши. Мен барлық әнелерге де бір қошанды бала қойғысы, ең зор қойғы бала қойғысы. Оңды қойғыны бір күнге де көрге язмасын деп тілейм. Дүниелер тыныш болсын. Күкләребіз аяз болсын, соғышларын көріге язмасын. Нұқларымыз тауфиқлы бәйінділер болсынлар, тауфиқлы болсынлар. Сенің әни әти деп балаларын ерсе, әби деп анықларын ерсе, ең зор бәқіт. Өзімне бәқітлі әни саны. Оң қолы, ең қадірлі күштісіне Марат та рахметлер айтып туя алмай. Мама, әнием, на самом деле, на меня, для меня не только рука, но намного больше. Они для меня это на самом деле, ну, это все. На самом деле это все. И я себя считаю очень счастливым человеком, очень счастливым сыном. То, что Всевышний мне послал такую маму, это действительно бриллиант среди мам. Все, что в жизни есть, это благодаря ей. И все, самый сильный человек, которого я знаю в жизни, у которого постоянно тоже учусь, это тоже моя мама. Наверное, да, маме на самом деле в жизни досталось много, и сегодня вот как бы тоже думаю, и порой думаю, что, наверное, то, что мы это дело вот сейчас делаем. Может быть, как бы иногда приходит мысль, может, не нужно этого делать, потому что мама до этого таскала меня, сейчас приходится ей таскать и других людей, и как бы думаю, может быть, я не совсем правильно делаю. А, возможно, и наоборот правильно. Ну, хочу сказать, что я не желал бы, ну, другой жизни и другой мамы, другой семьи, других родных, как вот сейчас у меня есть. На самом деле, самое большое счастье, да, у меня уже есть это, они. И я бы также несколько слов хотел сказать, вот так как предстоящий день мамы же будет у нас, да, у меня есть вторая мама, я ее называю второй мамой. Это мама моего друга Давлетшина Глюся Исмагиловна. Она сделала очень-очень много и делает вот на протяжении уже многих-многих лет. Тоже для меня такой большой, очень сильный, важный пример. Она научила меня прощать людей. Если мама научила меня идти вперед, она научила прощать, ну и многому-многому еще другому. Поэтому хочу пожелать своей маме, а не имя Глюсапага, и всем мамам, женщинам, родственникам, мамам, чтобы они были всегда здоровыми, были всегда счастливыми, счастливыми. Ну и всегда были. Будьте всегда здоровы, будьте всегда счастливы, будьте всегда. Спасибо, что вы есть.
кеше күтәре алмаслық юкләр юк. Ғайша апасына ортынан сынау өтіп, тұрмыш имтиханын бирген инде. Нәк жырдағыша, узған ғымыр хисап түгіл, алда ғымырлар болсын әлі. Хәр бер әни булган хатын-кызга балалары белән горурланып, аларның хөрмәтен, бәхетен тоеп яшәргә язсын. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле әниләр. Үсеп җиттең диеп, моңайма әнием, һаман да мине синең шулын әни бәбиен, иң якты Шулай махаббатлы болып, ғымырге тегіз болып, батыр болып, ешерге асы болсын, достар. Аллаға жүрім, сенің үшін деген яратқан жырларым бірсі, Яңғырай Камила Бұйшамсуаров сөздер жазылған жырым. Айдағыз бірге жүрлі кәлі, сенің білән мен әбақытлы мен, сен болғанда дүния!
Редакция «Бавлоинформ» проводит акцию среди всех читателей, подписавшихся на газетах «Эзматкадан» и «Слава труду» на 2021 год. Дарим 10 подписчикам по мешку вкусной картошки от нашего спонсора – крестьянско-фермерского хозяйства «Салихов». Всем желающим поучаствовать в розыгрыше необходимо зарегистрироваться по телефону 564-50-564-47. Акция проходит до 20 декабря 2020 года. Внимание! 30 ноября в торговом центре ДНС на втором этаже грандиозная меховая ярмарка города Пятигорск. Шубы, дубленки, женские головные уборы. Акция «Меняем старую шубу на новую» с доплатой. Ждем вас с 9 до 18 часов.